Всем привет, ребят, с вами я, Кира Найт. Проснулась я сегодня первая, но в принципе ничего обычного, время 5 часов утра. Вот, лежу, не могу, хочу кофе, просто требует организм, требует душа, хочу кушать. Сегодня мы собираемся, едем домой. Сейчас попью кофе, буду всех будить, будем собирать чемодан. Вот, что-то еще хотела сказать, но забыла, ладно, походу вспомню. Давайте покажу тут кухню, которая, да, была на этаже. Ну, я говорю, сделаю отдельный ролик по тому, как мы сюда заселились и что было. Вот, а сейчас просто покажу, чтобы вы, ну, понимали, где мы, как мы и что мы были. Вот это, значит, наш номер. Мы тут были. Тут выходишь, тут вечно лежат мокрые простыни, мокрые полотенца, которые не гладятся долгое время и потом пахнут затхлостью. Вот, там первый этаж, там третий. Такой вот видок на улицу. Единственное, что хорошо, что море совсем рядом. Ну, мы как бы на море-то нам оно не нужно было, да? Мы не за морем сюда ехали. Ну, тут, в принципе, все чистенько. Тут можно приготовить. Вот, значит, посуда. Там все есть. Можно это все взять, но это все хорошо. Вот. Смотрите по ценам, что они тут продают. Чача, вино, мандарин. А, это вкусы. А, это варенье, вот. Так что, ну, так тут, в принципе, все нормально. Все чистенько. Единственное, вот, вопросы были к администратору. Но это все потом. Так, все, вот чайник вскипел. Обычно мы вот тут кушали. Ну, хотя бы один раз в день, да, готовили что-то свое. А так обычно это столовая. Вот. Ну и чай. Конечно, пьем там, в номере, особенно утром, на балкончике. Вот сейчас я, собственно, это и буду делать. Все, собрались наконец-то. Вот чемодан. Все. Идем сейчас в столовую обедать, в той, в которой были вчера, и потом пешочком на вокзал. Хотели здесь купить, в общем, конфеток, но что 150 рублей, самые обычные лимончики стоят. А по городу пока шли, ничего не увидели. Ни одного магазина. Ну вы что, вон туда, 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 давайте. Все равно не понимаю, как они тут готовят. Где-то они заказы в другом месте получают. А где она готовит их? Нет, где-то получают, не тут. Как у нас, 130 рублей. Голода самая дешевая. 100 рублей. О, вот это такая она мерзкая, вот эта снежская 120. Да, да, да. Кока-кола 200 рублей. Жена по 130. Милка 220. Это что-то нереальное. Ужас. Да не, это что? 250 рублей. Шоколадочка. Малюсенькая с пальчик мой. Да уж, да уж. Чупа-чупс 80 рублей. 80 рублей чупа-чупс. Большой, наверное. Надо запечатлить. Бананы 250. Кошмар, хлеб 200 рублей. Самый дешевый 50 рублей.
250 рублей. Какой? 200 рублей. Сахарная вата 330, вот эта вот баночка. А чипсы что? Да? Чипсы 200, Принглс 400. Ребят, обзор туалета. Вокзал такой красивый. И сейчас зацените, какой туалет тут. Это, конечно, вообще... Это просто, я не знаю, на это надо садиться. Или что, чтобы она так согнулась. Все такое грязное, мерзкое. Посмотрите, вообще просто отвратительно. Просто отвратительно туалет для инвалидов. Тут что-то непонятное вообще. Ужас. Очень мерзко. Ну это хоть есть? У него есть. Да. Вас сориентировать по ценам. Смотрите, вот если вы поднимаетесь на второй или какой этаж, я не знаю, последний этаж, то тут вся вода на 20, на 10 рублей дешевле, потому что если покупать внизу, то она дороже. Вот, на низу такая вода стоит 100 рублей, 120 рублей. Так что смотрите, лучше не поленитесь, поднимитесь наверх, если у вас есть время, также кофе. Вот даже вот там стоит рядом автомат, там уже 100 рублей стоит. Тут стоит, смотрите, 80 рублей латте, 70 рублей кофе со сливками. То есть, а на первом этаже такие же точно позиции, такой же точно автомат, и стоит уже 100-120 рублей. Также и вот по этой, по всей теме. Так что не поленитесь, пройдите в самый дальний угол, да? То есть вот в тех автоматах, там уже получается дороже стоит. Вот, и что хочу сказать еще по этому, по мороженому. Смотрите, мороженое тут тоже внизу, оно стоит 150. Вот, внизу там 150. А тут получается фруктовый лед 70. 70. Большой папа, не знаю, цены нет. Вот стаканчик 110 рублей, да? Стаканчики по 110. По 110 все. Это тоже 110. А внизу они по 150. Так что если вы не спешите, поднимитесь лучше на второй этаж, и тут будет немножечко подешевле. А лучше вообще купить это где-нибудь в Магните в городе. Так, вот такой вот у нас путь получается. Сейчас Сандлер. А, нет, это вообще не наш. Воды нету. Есть еда. Давайте сразу посмотрим туалет. Пока стоим. Ох. Не, ну пахнет. Пахнет вроде, ну смотрите, все чистенько, но он только отсюда отправляется, от Адлера. Вот тут все чистенько. Есть покрытие на сиденье. Бумага туалетная. Ну, старенько, да, но все чистенько вроде пока что. Пока только начинаем путь. Поезд едет до Симферополя. А тут что? А, тут он нажимается. А, ну ладно, хоть можно и нажать, и вода бежит, блин. Не то, что там вот эта вот поднималка. На вокзале оказалось очень скотское отношение. Во-первых, когда проходишь этот контроль, мы зашли с сумками, и сбоку я встала, чтобы отсюда сумку снять, телефон положить в это, пакет взять, у детей там все взять, да, и вот этот вот, который проверяющий, да, стоит там туда-сюда, распределяет. Он начал просто дико орать: девушка, уйдите, отойдите отсюда. Я говорю, ну давайте я так тогда прохожу. И, в общем, там чуть ли не дошло до скандала. Им не нравится то, что я вещи снимаю, пытаюсь положить их на ленту. Если я вещи не снимаю, они тоже орут. В общем, вообще полная бредятина. Вокзал красивый, да. Все нормально, все отлично. Туалет вы сами видели. В общем, объявилась посадка. Показали, какой путь на табло. И, значит,
начали спускаться на третий путь. И по-новому сейчас, раньше такого ни на каком вокзале не было, я, по крайней мере, не помню. То есть, когда заходишь, ты проходишь контроль. Когда выходишь на путь к поездам, да, никакого контроля нет. Вот. А тут, значит, народ рванул еще полчаса, блин, все просто сбивают с ног, куда ты несешься, блин, еще полчаса до поезда, вот терпеть это не могу. Все сбивают с ног, все друг на друга орут, и хопочки перед выходом на пути стоит опять контроль. Ну, контроль, нужно доставать документы и предъявлять, типа, ну, в открытом виде. Это что-то новенькое. Видимо, никто об этом не знал, может, это недавно появилось. И все, и вот тут ступор начался, что стоите, да там проверяют, сзади орут, там орут. Тут кипиш, все пытаются из чемоданов откуда-то достать свои документы. Ну, честно, бредятины. И вот эти вот, которые стоят не охранники, а вот проверяющие, эти, как их называют, не знаю, служба безопасности, настолько говнистое отношение к людям, ну, прям очень неприятное, вот очень неприятное. Вот, ладно, все, пошла. Сейчас мы уже отправляемся через 5 минут. Хорошего пути в поезде, в вагоне. Невыносимая жара, просто дышать нечем. Ну, нам сказали то, что будет работать кондиционер. Поедем. Так что сейчас посмотрим. Так, ну что у нас тут произошло? В общем, мы доехали до Краснодара, и нет ни одного автобуса на Анапу, нет ни поезда на Анапу, нет вообще ничего на Анапу до 7 утра. Время 11:30 ночи. Мы уже сходили с бабушкой в гостиницу, в ЖД вокзал. Мест тоже нету. В общем, сейчас купили до Новороссийска, и то свободные места. До Новороссийска, вот по второго у нас автобус. О, господи. По второго автобуса и от Новороссийска только есть в 6 утра автобус. И то не факт, что он будет. В общем, я вообще в шоке немножечко. Вокзал пустой, автобусов нет. Вот сидим до по второго. А сколько у нас по второго, да? По второго. Ждем. Ну все, ребят, мы в городе наконец-то. В общем, дождались мы этого автобуса. Как оказалось, когда мы вышли, это был нифига не автобус. Это была маршрутка, самая обычная, самая настоящая. Битком забитая, а у нас были свободные места. То есть, какой успеешь, то и займешь. Ну, бабушка у меня, конечно, боевая. Да? Многие, наверное, об этом знают. Вот. Подошли мы к этой маршрутке, и в итоге она еще задержалась, да, пока мы дождались эту билетершу там и так далее. В общем, еще на 15-20 минут, наверное, задержалось отправление. Сели в маршрутку, маршрутка была до ужаса, просто неудобная, тесная. Там какой-то сидел еще пьяный мужик. И то есть вот так вот все просто, вот так вот все сжатые сидели. Это жесть. И вроде и отключаешься, падаешь, да, вот так вот. Но сиденья какие-то скользкие, какие-то неудобные. Ты вот это все съезжаешь. Ну, в общем, еле-еле как 3,5 часа мы доехали до Новороссийска, вышли на Новороссийске. В Новороссийске вокзал работает там с 8 утра. Очень интересно. Автобусы идут всю ночь. И вот да, интересно, а как тогда люди покупают билеты заранее, наверное. Вот, смотрим, стоит автобус на Анапу, значит, бегом-бегом, а где купить билет, билет купить мне неизвестно. Я, значит, побежала к водителю, говорю, так и так, нам нужно срочно уехать. Он такой, ну все, вот идите туда, там, знаете, да, когда они себе денежку в карман кладут, вот, он такой говорит, все, вот туда спуститесь, там на пятачке меня ждите, я вас там подхвачу. Ну все, спустились мы, значит, до этого пятачка и заходим в автобус. Я говорю, сколько? 800 рублей, нас четверо, если что, 800 рублей. Билет от Новороссийска до Анапы вообще стоит 100 рублей у нас.
Ой, у нас, говорю, вообще 100 рублей, если ехать. А тут 800 рублей, то есть по 200 рублей с человека он взял. Вот, сели мы в этот автобус. Автобус ехал в Сочи, с Сочи, Анапа. Тоже полный. Но мы сели, опять-таки же, на свободные места и просто отключились. Единственный плюс то, что мы ехали ночью, да, и как бы, ну, без пробок. Вот, мы доехали за 40 минут. И получается, в Анапу мы уже приехали где-то полшестого в 6 утра. Вот так вот, да, полшестого в 6 утра. Вот, тут, конечно же, на такси, потому что маршрутки еще не ходят. Все, добрались до дома, и просто никакие дети у меня отключились. Я говорю, давайте хоть руки сходите, помойте, потом все, падайте и спите. Потому что, ну, не спали практически, ну, сколько, ну, сутки практически не спали. Вот, они у меня отключились, но я-то, конечно, не стала, потому что мне тут по работе, да что надо, но на самом деле я сплю, ребят, у меня глаза вообще. Вот, ну уж ладно, сегодня вечером пораньше лягу. Вот, такое вот путешествие у нас случилось. На самом деле я люблю вот эти все трудности, люблю где-то там не сесть, там подождать, да. То есть, ну, чтобы не так все просто и легко происходило, потому что, ну, это больше запоминается, да. Вот, тут ночка нам запомнилась конкретно. Потому что у меня бабушка тоже, она такая очень-очень эмоциональная. Это было ей сложно справиться со своими эмоциями, а нам все это принимать. Ну, в общем, все, наконец-то мы дома. Дети сейчас все еще отсыпаются. Время уже 11 часов. Я сейчас буду прибираться, мыть полы, готовить обед, пока они спят. И, кстати, хотела бы вам показать магнитики, которые я купила. Магнитики, кстати, сейчас везде абсолютно дешевые. Кроме Анапы. В Анапе почему-то все по 100 рублей. В Сочи Адлер 20-30 рублей магнитики. В Сочи в Олимпийском парке мы взяли 5 магнитиков за 100 рублей. То есть по 20 рублей каждый магнитик. Сейчас вам покажу. Мы, конечно, брали самые обычные, потому что, ну, смысл брать вот эти дорогие, не знаю. Я брала самые дешевые. Такой вот магнитик. Абхазия. Молочный водопад. Видеоролики вы видели, но не знаю, почему он назван молочным. Вроде тут на фотке, да, они его забелили очень сильно. На самом деле водопад как водопад. Я не знаю, почему я считаю, что он кажется белым. Обычный водопад. Так, значит, дальше у нас вот такой магнитик «Роза Хутор». Мы там были, не помню в каком году, я тоже снимала на «Роза Хутор». Были. Так, значит, вот такой вот. Поющие фонтаны. Шоу идет ровно час. И каждый день разная музыка. Но мы, к сожалению, попали на классику. А на следующий день там играла современная музыка. Но мы уже уехали. Так, значит, потом... Озеро Рица. Офигенный. Когда вот просто на него приезжаешь, да? Ну, озеро и озеро. А когда вот мы поднимались, да, вы видели видеоролики, это, конечно, охерительно просто, ребят, озеро Рица. Ахун, Сочи Ахун, ой, это башня Ахун. Башня Ахун, по-моему, так, да, она называется. Вот, в общем, я очень хочу туда съездить, и я туда съезжу, и постараюсь в этом году даже в свое день рождения съездить туда. Потому что там тоже, говорят, очень круто, и подъем занимает от 2 часов в гору, чтобы добраться до этой башни. И с нее уже открывается охренительный вид, да. Там на первом этаже дегустационный зал, на втором я не помню что, и на третьем этаже смотровая площадка, и бинокль тоже выдают в аренду, по-моему, 50 рублей, что-то 10 минут. Вот, туда нужно съездить обязательно. И вот хочу съездить в Абхазию, в Сухум. Я думаю, что все-таки в этом году я поеду, и мы поедем прямым поездом, идет от Краснодара прям до Сухум. Очень хочу туда съездить, там прям снять жилье. И уже досмотреть то, что мы не досмотрели в этот раз. Все объездить. Что сказать про поезд обратно, на котором мы ехали. Поезд достаточно комфортный. Да, он не новый, но он был чистый. То есть матрасики, вот эти все
сидушки, да, это все было абсолютно чистое такое, ну, приятно было ехать, наверное, из-за того, что там работал кондиционер так хорошо, нежели мы ехали в ту сторону, да, когда ты просто, вроде, поезд, может, оказался чистым, но то, что была вот эта жесткая душегубка, ты сидишь и просто вот так, понимаете, обливаешься, да, потом, тебе нечем дышать, ты еще полтора часа стоишь на этом горячем ключе, а на горячем ключе всегда стоят поезда, вот у них, вернее, всегда долгая остановка, стоянка, потому что там что-то кого-то пропускает и так далее, то есть этого не избежать ни на каком поезде, вот, а так обратно мы ехали достаточно комфортно. Поезд тоже был битком забит, полностью ни одного не было свободного места. Проводники, я так поняла, что это были какие-то стажеры, потому что ну, мальчики были, ну прям лет по 18, вот реально. На некоторых я смотрела, и мне казалось, что там ему даже и 18-то нету, хоть бы 15 было, вот. То есть все были очень-очень молоденькие. Так, и что еще хочу сказать по поводу гостиницы, экскурсии, цен и так далее. Это все я вам расскажу вот в следующем, в последнем ролике, сориентирую вас, да, сколько там что стоит, да, куда стоит съездить, куда не стоит ездить, да, вот, то есть в следующем ролике я буду подробно все рассказывать именно об этом. Ну, на этом все, ребят, не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчик вверх, не забывайте про мой телеграм, я вас всех там жду, там есть закрытый канал, да. Все ссылочки я оставлю в описании, в закрепленном комментарии оставлю. Все, ребят, я вас всех очень-очень безумно люблю. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока.